Такого конкурса профмастерства в Липецке еще не проводили. Зубры сварного дела соревнуются со студентами за звание лучшего сварщика региона. Мастерство соединять металл с металлом проверяют во всех возможных видах сварки. Ручная дуговая, аргонно-дуговая, механизированная. Специалисты и студенты со всей области. Всего за сварочные аппараты взялись 30 мастеров, которые до этого успешно сдали теорию. Студент Липецкого индустриально-строительного колледжа Владимир Бабошкин со сварочным аппаратом, что называется, на «ты». Третьекурснику по плечу любая ювелирная работа с металлическими деталями. В скорости и качестве парень легко конкурирует с опытными сварщиками. И это неудивительно. Свое мастерство Владимир подтверждает в сборной России по WorldSkills. На региональных соревнованиях этот студент явный фаворит. Я на всех видах свариваю. То есть другие организации по 2-3 человека, они на каждом своем виде, а я сварю на всем, везде. Добился, варил, пришел на первый курс, варил потихоньку, и мне участвовал на конкурсах разных, побеждал в них. И потом мне позвали участвовать в отборочном соревновании, в сборную России, я там тоже победил. Региональные соревнования для Владимира Бабошкина всего лишь очередная тренировка перед выходом на международную арену в составе сборной страны. Про талантливого студента мастера колледжа говорят, что это тот случай, когда ученик превзошел учителя. Я думаю, каждый бы мастер своим учеником гордился. Конечно, я горжусь, потому что я его выдвигал, за него я боролся и очень доволен, как говорится, его успехами. На одно конкурсное задание участникам турнира отводят 5 часов. Чемпионат идет 2 дня. Эксперты оценивают все, от техники безопасности до малейших нюансов сварки. Для специалистов ежегодные состязания среди сварщиков – это вызов самому себе, а для студентов – шанс себя проявить. Для того, чтобы они дальше социализировались и выходили вперед, вступали во взрослую жизнь и не повторяли ошибок чемпионов, которые потом куда-то теряются, да? Потому что мы их всех ждем на предприятиях, в которых они должны получать и достойную зарплату, и соцпакет. После подведения итогов двое лучших сварщиков региона представят Липецкую область в национальном чемпионате рабочих профессий WorldSkills осенью этого года. А в 2019 году в России пройдет международный турнир. Так что у наших рабочих и студентов есть время на подготовку. Дмитрий Курмаков, Анатолий Гончаров. Липецкое время.